всегда этот вопрос поднимали. И то, что есть сегодня палата ветеранов в Красноярском крае, в которую входят, сейчас уже повторно там 11 организаций зарегистрированы, было 25 и будет 25, я думаю, как минимум. Это единственный работающий орган, который консолидированно представляет интересы ветеранов, взаимодействует с органами власти. Вот буквально 8 числа состоялась встреча с губернатором края. Мы поставили все те же вопросы, которые, в общем-то, и раньше стояли, но определенные сдвиги есть позитивные. Это тот же закон, он пролонгирован о социальной поддержке семей погибших военнослужащих. Там есть не только военнослужащие участники боевых действий, на самом деле гораздо больше погибло, просто служа в армии, исполняя как бы в мирных условиях свой воинский долг. Мы считаем, что они тоже, потеряв детей, должны быть поддержаны государством. Государство должно им быть кормильцем. И безо всяких вот копеечных прибавок. Здесь надо все очень серьезно воспринимать. И мы стараемся сделать так, чтобы власть нас слышала. Потому что, когда от выборов до выборов что-то происходит, определенные подъемы зарплаты и прочее, ну, я не знаю, у нас сегодня произошли серьезные изменения в зарплатах сотрудников милиции, других правоохранительных органов. Даже военнослужащие станут получать больше, слава Богу, дай Бог. Но на сегодняшний день пока вот, участники боевых действий, семьи погибших, никаких сдвигов здесь нет, согласитесь, особых. Мы должны, естественно, напоминать власти о том, что не нужно забывать подвиг солдат. Потому что сначала говорят, они там непонятно что делали, а потом уже, в общем, ну раз вы там непонятно чем занимались, зачем вам особенно помогать. Вот этот первый момент мы, конечно, не допускаем, чтобы историю извратили и представили не так, как она была на самом деле. Второй момент – доставление кредитов для приобретения строительства жилья. Сегодня это, в общем, так, грубо сказать, беспроцентный кредит получается. Участники могут, получают эти кредиты, и мы губернатору поставили вопрос о том, чтобы их финансирование увеличилось по этому вопросу. Обещал помочь. Также обещал найти, наконец-то, хозяина памятнику Алёше, и уже сейчас вопрос решается о передаче на баланс города соответствующим финансированием. То есть будет хозяином памятника все-таки. Вот эту работу мы, конечно, дальше будем продолжать, потому что мы этим занимаемся... Ну, по зову души, по зову сердца. Потому что понимаем, что ну, только неравнодушное двигает этот мир. Я поздравляю вас с этим праздником, как бы то ни было. И желаю вам здоровья, всем успехов, удачи, чтобы у нас все получилось. Спасибо. Афганистан. Мы честь не роняли, мы слово держали, мы стали примером для наших сынов. Мы служим отчизне, мы служим державе, не ради наград и не ради чинов. Мы братьями стали в бою, и снова зовет нас собраться. Зовет нас собраться в едином строю. Марш боевого братства! Когда мы плечо подставляем собрату, мы сами становимся вдвое сильней. Нам трудно порою, но ясно солдату, что в точках горячих бывало трудней. Мы братьями стали в бою, и снова зовет нас собраться. Зовет нас собраться в едином строю. Марш боевого братства! И снова сердца ветеранские вспомнят товарищей павших на ратном пути. И каждый свой долг перед ними исполнит, и память не сможет в отставку уйти. Мы братьями стали в бою, и снова зовет нас собраться. Зовет нас собраться в едином строю. Марш боевого братства!
зовет нас собраться в едином строю. Марш боевого братства зовет нас собраться в едином строю.